Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. На канале «Томаты больше, чем любовь» Светлана Чернова. Живу я в Чувашии на Средней Волге. И вот, наконец, наступил великий день, день квашения капусты. Вот мы начинали, сеяли такие маленькие росточки, сажали, ухаживали, смотрели, боролись против мошек и всего, улиток и всего-всего. И вот настал этот день, когда мы квасим капусту. Для нас это всегда важный день. Почему? Ну, пословица, как много раз я использую, щи да каша, пища наша. То есть капуста вот зимой у нас в свежем виде практически мало идет. Даже на хранение я вот заложила пять кочанов, самый вот такой, ну, крепкой капусты, парус. Она не повреждалась, она жесткая. Но у меня вот с детства заложилось, что квасить капусту это обязательно. Ну, естественно, вот не с такими корытцами там квасили. Вот корыто у нас было величиной вот этот стол. И собирались там целые, это был целый, скажем, праздник, целый праздник. Рубку гусей, квашение капусты, вот это все делалось вместе. Родственники собирались, соседи собирались, и вот вставали по кругу все со своими тяпками. И я с детства помню, а мы детвора бегали. И каждый на своем месте вот рубил. Чисто, конечно, женщины там рубили. Но сейчас у нас немножко другие времена. У меня рубщик муж. Я, как говорится, по моркови, по соли, по рецепту. Ну вот у нас первые 10 килограммов капусты. Перейду к рецепту. Первые 10 килограммов капусты здесь есть. Вот это 10 килограммов. Морковью на 10 килограммов мы кладем 300-350. Чаще всего 300 граммов. Потому что иногда даже меньше. Потому что чаще всего морковь, она может размягчить капусту. По луне я не смотрю капусту. Мы всегда квасим ее в воскресенье. Почему-то у нас получается, потому что выходной. И вот в воскресенье мы квасим капусту. Пока еще сегодня вот мы ее только будем шинковать. И все закладывается. Вот в эту емкость мы будем, вот морковь с капустой шинкуется, закладывается. Тут 25 килограммов помещается. И у нас таких емкостей 3 будет. 3. Почему 3? Один мы делаем капуста, морковь, соль только. У нас 2 таких будут, 2 таких емкости будет, и 1 емкость будет с укропом. Там по рецепту был тмин или укроп, но я всегда использую семена укропа. Мы семена укропа тоже очень много заготавливаем. Он идет, как говорится, на многие дела может идти. Я ведь все время отвлекаюсь, прежде чем. Ну, орудие к бою готов. Вот у нас 2 тяпочки, но вот это лучше всего. Она вся металлическая, тяжелая. А вот это вот с деревянной ручкой. Эти, конечно, у меня приборы со времен царя гороха. Оставили от мамы. Мама их мне передала по наследству. Мы уже, наверное, лет 35, может и больше, используем их. И вот у нас капусту мы закладываем сюда. И она квасится. Туда все заложили. Она потом мы гнет кладем. Ну, гнет у меня так, камня нет. Кладу крышку от кастрюли, сверху 3-литровую банку или кастрюлю, 5-6 литров воды. И вот каждый день по бокам я протыкаю, чтобы газ выходил, чтобы не накапливался. И когда уже вода уходит, закладываю. Вот когда будем закладывать, я уже тоже покажу, как эта капуста закладывается. Но опять-таки юмор я расскажу. Бывает вот как... Хотя я видел, как квасится в бочках. У нас она квасилась всегда, капуста в бочках были. И они, естественно, таких подвалов у нас не было в детстве. Хранились бочки на улице прям. Ну, не на улице, а вот в чулане. Зимой нарезали эту капусту, заносили, кипятком заливали, немножко растительного масла, и лук туда рубился. Я вот вкуснее этого не помню, вот капусту, что пела. Очень вкусная капуста получалась. Вот мы первый год, значит, решили тоже капусту заквасить мужем. Ну, молодые же были, ну, что, по 20 с небольшим лет.
Ну, все сделали на этот, и банки заложили все. И закатали металлическими крышками. Ну, ведь тогда интернета не было, записи не было. Все, довольны таки. Ну, 10-15 банок сделали, все к зиму. Приготовились. И как начали у нас эти кладовки банки стрелять. До сих пор и детям рассказывают, дочери, вот, сыновьям, невесткам своим. То есть, но это нас не остановило. То есть, мы уж потом поняли свою ошибку, естественно, что она там должна закваситься. Это же не маринованные помидоры. Но с тех пор мы, конечно, такой ошибки не допускали. И с года в год у нас изумительная капуста получается. Дети... Закладываем потом банки трехлитровые, горячими крышками закрываем, не металлическими, и в подпол. Вытаскиваешь, они как будто вот только что их заквасили. И потом я, конечно, постараюсь еще один рецепт быстрой капусты. Вот пока она заквасится, а ведь хочется уже капустки-то поесть. Уже пару раз я это делала, мы съедали. Это тоже потом покажу. Но у нас сегодня дело вот... У нас, наверное, килограммов 50-60 капусты. Вот это 10 килограмм, сколько в этой емкости мы первый год делаем. У нас эмалированные кастрюли были по 20 литров. Мы от них отказались, потому что немножко там треснули. Ну, то есть уже не совсем это подходит. Ну, вот это пищевые у нас бачки. Мы там будем квасить. Ну, с Божьей помощью начнем. Ну, как? Муж сначала начинает, вот так он, раз, 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 и пошло дело. А я шматков туда считаю, вот на 10 килограмм 350 граммов, я уже терочкой туда, сразу туда, соль, морковь туда кладу. И вот так она квасится прямо. Один год, конечно, мы попробовали процессором сделать. Ну, нам очень не понравилось. Вот, то есть, хочется что-то. Машины сделали. Нет, ручная рубка, шинковка лучше всего. Вот мы так квасим капусту. Пока-пока.